Мы поможем делом. Народная партия Алга. mpdvk.kz Кустанайский областной оргкомитет по созданию Народной партии Алга обратили жителей города Рудного и города Кустаная, которые являются вкладчиками валют Транзитбанка. При заключении договоров с валют Транзитбанком в реестре требований кредиторов они были в третьей очереди. В результате изменений законодательства РК, а именно закона о банках и банковской деятельности, очередность удовлетворения требований кредиторов банка, ликвидируемого в принудительном порядке, изменилась с третьей на четвертую. В связи с этим вкладчики просят оказать содействие по включению их в третью очередь. Если мы когда вот банк принудительно ликвидировали, то на момент заключение договора мы были в третьей очереди, и законодательство нам, хоть поправки и вводились, все равно мы должны были быть в реестре требований кредиторов в третьей очереди. Так ведь? Плюс увеличенная должна быть. Да, плюс увеличенная. Пострадавшим вкладчикам валют Транзитбанка, юристам Кустанайского областного оргкомитета, была оказана помощь в составлении коллективного заявления в Общественный комитет по правам человека.